Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте, мои подписчики, зрители! Вот, давно вышла такая игра The Way of Life. Мне нравятся такие игры, которые, ну, заставляют задуматься. Вроде все отзывы положительные. Вот я только что заметил, ну, как вы видели, что я тут мышкой мотал, на все кнопки жмякал. Я только что заметил, что он светится. Ну, давайте все-таки начнем играть в эту игрушку. Я, конечно, не знаю, как, но разберемся. О! Тут мы видим, человечки ходят. Какая-то музыка играет. Все такое серое, они меня... Ау! 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 Я думаю, я помолчу немного. Потому что, в общем, эта игра этого и требует. Безликие люди, без имен, без какой-то определенной цели. Так, мы состарились. Мы старенькие. Вау. Так. О, спасибо. Я вам такой киваю. Не падай, нет. Так, все, поднимайся, мы идем. Все, мы идем, мы быстро идем. Ай! Не получилось. Ладно, давайте еще раз попробуем. Так, они походу два раза это делают. Два раза по кругу едут. Так. О, все, бежим. Да, здравствуйте. Давай, успей дойти, пожалуйста, успей. Ай, не успею. Так, нельзя. Вот мои коллеги уже состарились все. А я... Я идти не могу. I'm feeling weak. I need to rest a little. Я должен отдохнуть немного. Я чувствую усталость. Понятно. Давайте что ли присядем. Мы прошли насквозь. Так, туда мы идти не можем. Все. Ау! Ну, блин.
мы дети. О, как все красочно! О, какая фантазия! Повсюду лава, 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 лава. Я примерно так же все представлял, когда прыгал с подушки на подушку в детстве. О, как все красочно! Опа! Опа! Только бы не упасть. Надо перепрыгнуть с подушки на подушку. О! А! Ничего, ничего, мне еще 9 жизней. Ну! Да. 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 О! Дракон! За что? А вы слышите, какая музыка играет? Я Супермен! Я Супермен! Я чекпук! А-а-а! Нет. Не чекпук. А! Sugar, сахар. Ну, так, один, два. Так, а бегайте, бегайте. О, как мы высоко прыгаем. Так, два. Ай, ай. А, да это нереально. Я опять упал. Сахар. Sugar. Так. Ой, летят. Летят, быстро, быстро. Ой, ой. Давай, быстро, быстро. Ну, быстро. Давай. Давай, ну. У тебя получится. У тебя получится, давай, давай. Мы верим тебе, ну. Давай, давай, давай. Давай, давай. Yeah. Планчик. И да, я полагаю, что это все, это вся игра, она показывает, ну, все уровни нашей жизни, что сначала мы обычные дети, мы все воспринимаем очень красочно, да, и в детстве была такая трава зеленее, вот меня куда-то дядьки уже уносят, потому что я фигню начинаю нести, все, мы, ой, не, и, вау, что-то они как-то в росте уменьшились, или я летаю. Ладно, впрочем, когда мы становимся взрослыми, я, конечно, не взрослый, мне всего лишь, опять меня дядьки потащили, всего лишь 14 лет, но я понимаю, что уже во взрослой жизни вот все будет примерно вот так. Так, меня там никто не протанет. Мы будем ходить на работу, и все будет повторяться раз за разом. Машинка. Да. Впрочем, игра неплохая, конечно, но жалко, что она такая маленькая. Но если кто смотрел, я хочу, чтобы вы, не знаю, что ли, что-то из этого вычитали. Да, и насчет своего канала. Я давно не снимал видео, потому что я не спился. Да, я не спился. Просто я гулял, уроки. Да, сейчас я в 8 классе, уже 2 семестр начался. Скажете, школьник, но как-то до фени, потому что я знаю, кто я есть. Ну вот так. Так, в общем. Времени у меня на видео очень мало. Мама взяла отпуск. Мне некогда снимать видео, потому что все дома. Я начинаю соскальзывать. Да. Бесконечный генератор людей. Что за бред? Ладно, все, давайте, дорогие подписчики, дорогие зрители,
Те, кто в первый раз на моем канале, спасибо, что его посетили, посмотрели это видео. Смотрите следующее видео на данную тематику. И всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. До встречи.